В нашей компании, управляющей, цена за унитаз, за прочистку унитаза, договорная. Как и в большинстве компаний. То есть, приезжая на квартиру, ты говоришь, допустим, 5 тысяч. Они говорят, окей, ты чистишь. Либо, если люди против, то они чистят сами. Мы едем на прочистку унитаза. А что там в унитазе и как это делается? Смотрите. Да-да, сейчас это будет наша неизменная хата. Итак, поворот не туда. 7. Смотрите. Здорово. Давай только быстрее. Да все, понял, я знаю. Так что, прочистил? Андрюха, да не отскочу. На, черпал, сейчас. Да сейчас подожди. Бля, Юдан такая нежная, даже не воняет в тот раз, не ёбал. Помнишь, да? Нахуярил, бля. Чё, деньги готов, ёпта? Не просто же так мы тебе чистим, всё сделал. Сколько заходит? 1000 рублей. Да, ты срёшь, мы чистим. Так это к тебе по-человечески. Мы так-то вообще по пятёре берём. Ну, хули у тебя нечего брать, бля. Побежали на-на-на. Понимаешь, такое дело. Чё ты не надумал? Я тебе предлагал-то. Чё, давай. Ты тысячу, да? Тысячу. Я тебя не наебу. А давай мы тебе новый унитаз-то поставим. Он согласен. Согласен? Да. Ну, чё, там под 45, я просто заглядывать не хочу. Загляни, под 45, нет. А это дом тоже займёт. Блядь, тут не то, что долго-недолго, блядь, это дорого. А сколько такое стоит? Унитаз мы сами съездим, хуй с ним, унитаз купим тебе. От 7 тысяч. Чё, с водой-то проблем нет? Помнишь, мы где смеситель-то сделали? Нормально всё, да? Ну, видно, что ты что-то прибирался, да, старался здесь, да? Ну, приборка-то есть все равно, да? Прибирался, молодец. Выпуск косой, короче, толкан стоит от 7. Работа будет стоить 5 тысяч. Итого 12 тысяч. Так ты просто, ну, вот видишь, в каких условиях? Не, ну, понятно, что мы этого так ногой свернем, блядь, и воткнем тебе другой. Короче, 12 штук будет. А ну, сейчас? Да. Ну, блядь, не сейчас. Тебе сейчас, что ли, поменять надо? Не сейчас, не надо. Давай на пятницу. Пятница будет. Добро? Пятница. Короче, завтра мы к тебе заедем после обеда. Может, никто не хочет, что... Как отсюда и происходит, да, Андрюха? Да. А наебали мы его или нет, вы узнаете в другом ролике.